Всем привет! Сегодня готовлю быструю и легкую закуску, которая займет максимум 10 минут, а получается очень вкусная, сочная и красиво смотрится на столе. Огурец разрезаем вдоль пополам. Теперь с помощью ложечки удаляем сердцевину. Нарезаем две крабовые палочки мелким кубиком. Аналогично нарезаем одно яйцо. 20 грамм сыра трем на мелкой терке. Выкладываем в миску яйцо, 3 столовые ложки консервированной кукурузы, крабовые палочки, тертый сыр. Солим. Добавляем майонез. Перемешиваем. Можно также добавить укроп. Выкладываем начинку в наши лодочки. И нарезаем наискосок в форме ромба. Наша закуска готова. Можно кусочки выложить в форме елочки и украсить укропом. Можно выложить в форме листика или по-другому, как вы желаете. Кому понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Желаю всем приятного аппетита и прекрасных выходных. Всем удачи, пока-пока.